Слушания прошли в концертном зале фестивальной. В состав комиссии вошли депутаты городского собрания Сочи, законодательного собрания Краснодарского края, руководители общественных организаций, в том числе ветеранских, директоры крупных сочинских предприятий и образовательных организаций, представители общественной палаты города. На слушаниях также присутствовали 5 независимых экспертов из руководства сочинских вузов и торгово-промышленной палаты. А еще до проведения слушаний в городском собрании работала специальная комиссия. Она принимала от жителей предложения по вопросу преобразования города. Такие рекомендации поступили от 238 человек, большинство из которых выступили «за». На сами слушания сегодня пришли 243 человека, выступили все желающие. Звучали мнения «за», звучали мнения «против», но подавляющее большинство участников слушаний поддержали предложение о выделении городского округа Сириус в отдельное муниципальное образование. Это мнение наших граждан, и мы, как представители нашего города в законодательном собрании Краснодарского края, не можем с ним не считаться. Подавляющее большинство участников согласились с разделением городского округа Сочи и городского округа Сириус. Многие приводили пример с олимпийским строительством, когда в городе возводили сразу 450 новых объектов, что доставляло жителям неудобства. Но через несколько лет все оценили экономическую целесообразность таких перемен. Жители ожидают такой же положительный и долгий эффект от появления нового городского округа. Многие высказали надежды, связанные с будущим образованием своих детей в инновационных школе и университете Сириуса. Они содержатся полностью на федеральные средства. Почему я за? Ну, вы знаете, я директор школы и всегда учитываю мнение молодежи. Все-таки мы должны учитывать время молодежное мнение, им работать, им жить в дальнейшем. И я считаю, что Сириус – это уже готовое государство, так будем говорить, где уже свои средства вложены, то есть там действительно все на высоком уровне. И я считаю, что для дальнейшего развития это необходимо. Тем более это будет обременением на нас бюджет. И если мы от этого уйдем, обременение, я считаю, что мы только выиграем. Однозначно за. Я за будущее наших детей, за дальнейшее развитие нашего международного курорта. Когда произойдет большое финансирование, на самом деле, уже федерального, наверное, скорее всего, уровня это будет все, то мы увидим дальнейшее развитие в плане и школ, и больниц, и дорог, и остальной инфраструктуры. Многие мнения в пользу разделения городских округов были связаны со снятием нагрузки с бюджета Сочи на содержание Олимпийского парка, дорог, автобусных остановок, объектов ЖКХ и другой муниципальной инфраструктуры. Изначально было мнение отрицательное, когда только что все это, а потом, посмотрев и все обсудить, все за и против. Сейчас у нас в данный момент бюджет нашего города реально он вытягивает расходы Олимпийского парка. И я не против, чтобы создали «Сириус». Территория с опережающими темпами развития, который может стать «Сириус», отметили на общественных слушаниях, нуждается в собственном бюджете, депутатском корпусе и администрации. Представители сочинского бизнес-сообщества и санаторно-курортной отрасли также поддержали инициативу о создании «Сириуса» и выразили уверенность, что это станет импульсом для увеличения турпотока и привлечения квалифицированных кадров. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.